Здравствуйте, с вами Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский». Сегодня очередной видеоурок английского для туристов и путешественников, начинающих изучать английский язык. Надеюсь, вы уже выучили предыдущие видеоуроки «Английский язык в аэропорту». Сегодня мы учим английские слова, которые помогут на контрольно-пропускном пункте безопасности, где производится досмотр ручной клади. All gates – все выходы, то есть посадка, знакомо вам по предыдущему видео. Checkpoint – КПП, контрольно-пропускной пункт системы безопасности в аэропорту. Checkpoint. General screening – общий досмотр. Screening – досмотр в данном контексте. General screening – общий досмотр. Wheelchair – инвалидные коляски. Есть отдельный досмотр для людей с ограниченными физическими функциями, пользующихся инвалидными колясками. Wheelchair. Premium. Нечто элитное за дополнительную плату. В данном случае по контексту понятно, что это досмотр для первого класса, бизнес-класса или участников особых программ. Premium. Please remove laptops from carrying cases before entering security checkpoint. Такую надпись вы часто увидите на английском в пунктах досмотра. Пожалуйста, вытащите лаптопы из сумок до входа в пункт досмотра. Please remove laptops from carrying cases before entering security checkpoint. Laptops must be x-rayed separately. Лаптопы должны быть просвечены отдельно. Laptops must be x-rayed separately. Вот еще одно интересное предупреждение для шутников. Security check. Please no jokes. Пожалуйста, не шутить. Jokes – шутки. No jokes – никаких шуток. All comments regarding weapons, dangerous objects or hijacking are taken seriously. Все комментарии, касающиеся оружия, опасных предметов или угона самолетов, воспринимаются всерьез. All comments regarding weapons, dangerous objects or hijacking are taken seriously. Как вы знаете, в аэропорту не разрешается проносить с собой через КПП жидкости. Вы можете принести с собой пустую бутылку, если не хотите покупать дорогую воду в аэропорту, и наполнить его питьевой водой после досмотра. Fill bottles here. Наполните бутылки здесь. Fill bottles here. Если это видео было для вас полезным, дайте мне знать, поставив лайк. И, кстати, вы можете получить 3 бесплатных ознакомительных урока разговорного английского для путешественников, которые помогут вам путешествовать с удовольствием, комфортом, получать то, чего вы хотите. Уроки очень интересные. А также тех из вас, кто уже знает, что ему нужен разговорный английский для путешествий, я хочу пригласить вас на тренинг «Путешествуй и говори по-английски». В этом онлайн-курсе разговорного английского вы освоите сценарии разговоров и диалоги для самых разных ситуаций, возникающих в путешествиях. Этот курс поможет вам путешествовать уверенно и комфортно. До встречи в классе. С вами была Наташа Купер, автор системы «Влиятельный английский».